новый вид футбольной тренировки или веселых стартов – фут-боулинг. Вместо дорожки и шара здесь стадион и мяч, да и кегли отличаются габаритами. В программе детских соревнований – футбольные эстафеты, викторины на тему самой популярной в мире спортивной игры, конкурс капитанов и болельщиков. В борьбу за звание самого спортивного коллектива включились ученики трех самарских школ – поклонники футбола. Веселый и классный, в нем можно все время выигрывать. Там можно завоевывать кубки, награды. Если ты будешь долго играть в футбол, то ты сильно тренируешься. Если ты плохо играл, то ты будешь очень хорошо играть. «Ни дня без футбола» – так назвали новый самарский проект, посвященный подготовке к проведению чемпионата мира в 2018 году. На 32 спортивных площадках школьники будут приобщаться к массовому спорту. В июне младшие классы из пришкольных лагерей, в сентябре – старшеклассники. «Проводим вот такие спортивные праздники, приобщая тем самым детей, во-первых, к спорту, естественно, популяризируя футбол, ну и рассказывая, что такое чемпионат мира по футболу. Футбол для Самары – это… Как говорится, один из самых главных видов спорта, тем более команда наших «Крылья Советов» вышла в премьер-лигу. Ребята уже ждут, когда Самару накроет мировой спортивный праздник. И все единодушно готовятся болеть за сборную России. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.